От поисков, насыщенной философским содержанием композиции, юный Рембрандт переходит к созданию индивидуального образа мыслителя. Находящаяся ныне в западногерманском городе Нюрнберге картина «Апостол Павел в темнице», выполненная Рембрандтом в 1629 или 1630 годах, интересна своими формальными приемами, но в первую очередь по содержанию. Пространство, в которое мы всматриваемся на этот раз, освещено отсветами пламени свечи, установленной на втором плане, между нами и апостолом. Ее огонь находится в самом центре изображения. В христианской традиции Павел – апостол язычников, не знавший Иисуса при жизни и не входивший в число 12 апостолов, но почитавшийся как первопрестольный. В юности он прозывался Саулом и участвовал в преследовании христиан. Недовольствуясь преследованиями христиан на иудейской земле, он и спросил позволения идти в сирийский город Дамаск, разыскивать там христиан и, связав их, привести их в Иерусалим на суд и мучения. Но когда он приблизился к Дамаску, его ослепил неведомый свет с неба. Саул упал на землю и услышал голос. «Саул, Саул, что ты гонишь меня? Я Иисус, которого ты гонишь. Встань и иди в город, куда шел». Люди, шедшие с Саулом, стояли в оцепенении, слыша голос и никого не видя. Тогда Саул поднялся с земли. Глаза у него были открыты, но он ничего не видел. Спутники привели его в Дамаск, взяв за руку. Он 3 дня провел в молитве, ничего не ел и не пил, пока слепота не спала с его глаз. И когда он прозрел, он тотчас же принял святое крещение. Так еврейский юноша Саул стал по преданию христианским апостолом Павлом. И он стал проповедовать христианство в Малой Азии и Греции, Риме и Испании. Легенда не сообщает нам сведений о смерти Павла, но церковь утверждает, что он был казнен во время гонений на христиан после пожара Рима во времена императора Нерона. Историческое чутье Рембрандта, его умение в ясной и лаконичной форме выразить плоды зрелых раздумий и долгих наблюдений – все это нашло себе отражение в изображении апостола. Презрение к окружающему миру, глубокий аскетизм, культ страданий и умерщвления плоти сливаются в этом человеке с приверженностью к неподкупной правде, с фанатичным стремлением служить людям, чтобы образумить их заблудшие души. В глубине картины, прислоняясь спиной к противоположной от зрителя стене, закутавшись в длинное темное одеяние, подвязанное расписным поясом с живописно не спадающими концами, старый-старый Павел, наклонив вправо высохшую, морщинистую, убеленную седой шевелюрой и такой же белой бородой голову, озабоченно и устало присел, опустив правую руку с зажатым в ней пером почти до земли. Другую руку он столь же усталым жестом положил на подлокотник невидимого нам сиденья справа. Готовы снова обратиться к сочинению положенной на импровизированный стол рукописи очередного послания. Этот старик некрасив и неуклюж. Если он встанет, то пойдет с трудом скорбившись. Его маленькое, бледное лицо, окаймленное растрепанной белой бородкой, совсем не соответствует широким плечам. Все говорит о его физической слабости. Рембрандт изображает старого Павла полубольным, истощенным человеком. Сам Павел сообщает о себе, что он 3 молил Господа, чтобы тот исцелил его. И 3 ответил ему Господь: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Рембрандтовский апостол Павел, внешне безобразный старый иудей, замечательный тем, что в нем живет таинственная, недосягаемая духовная красота.
мы всматриваемся в его изумительно выполненное лицо, орлиный нос, черные густые брови, проницательный взгляд. Усталость покидает Павла, в него вновь проникает небесный огонь вдохновения. Лицо все больше воодушевляется и, становясь из просто выразительного величественным, озаряется каким-то внутренним сиянием. И стол, и поставленная на него корешком к зрителю толстая рукописная книга сильно затенены, в то время как свеча ярко озаряет утомленное мучительными раздумьями. Но полное величие, достоинство и духовного благородства лицо апостола. Все средства художник подчинил выражению главного – большой духовной силы, внутренней просветленности человека. И в сознании зрителя, хорошо знакомого с новозаветными текстами, по-видимому, возникали упрямые и страстные слова апостола. «Если я говорю на языках людей и ангелов, а любви не имею, я медь звенящая, или кимвал бряцающий. Если я имею пророческий дар и проник во все тайны, и обладаю всей полнотой познания и веры так, что могу двигать горами, а любви не имею, я ничто. Если я раздам все достояние мое и предам мое тело на сожжение, а любви не имею, то все это напрасно. Любовь великодушна, милосердна, любовь независтлива, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своей выгоды, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Она все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит.